Нам надо неформально сделать работу народных дружин. Они начали работать, но они еще в полную силу не развернулись. Вы видели, как было в Кыргызстане? Хаос полнейший. Все силовики разбежались. Некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары. Поэтому народные дружины должны работать. Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну. Мы с вами обеспечим, генералы и прочие люди, ОМОНовцы, внутренние войска, армия, мы обеспечим защиту страны. Свои дома пусть обеспечат защиту. Поэтому народные дружины и мобильные отряды. Мобильные отряды – это бывшие военнослужащие. Посмотрите, сколько обращений военнослужащих бывших, афганцев бывших. Сколько мужиков, а женщин еще больше, чем мужиков. Возьмите нас. Мы будем в дружинах, мы будем в отрядах. Мы многое можем. А почему не привлечь нам вплоть до вооружения в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю.